Дани, используй камеру, чтобы понять, какая на кораблях защита. Не зная Броду... Будь ли ты с нами, она бы улыбалась. И была бы на полпути к кораблям. Если бы Лита была здесь, я бы ей вломил за то, что она нас не познакомила. Удачи, Хулио. Сигналка. Подмоги не ждите. Лара, я на борту. Отлично, Дани. Разберись с кораблями и не стесняйся использовать их орудия против них самих. Турели у них хороши. Нечего докладывать. Это Хименес. Камеру надо. В моем секторе все тихо. Thank you.
Эй, Карелья, я видел твою девушку по левому борту. А, нет. Карелья. Всему экипажу! Повторяю, всему экипажу, защищайте палубу! Давай, тут работы всем хватит, Хуан. Дани, спрячься! Я поджарю этих говнюков! Давай, Хулио! Райса тоже поможет. Двигай дальше! Грасиас, Райса! Эффектное появление, Хуан. Эй! Это так легко. У меня куча убийств, Дани, не отставай. Меня главное береги. Жаль, что Лита сейчас не с нами, Дани. Твоя меткость ужаснула бы ее. Ха-ха, иди к черту, Дани.
что, все? Клара, дело сделано. Пора валить отсюда. Без тебя мы бы не справились, Дани. Еще не все. Я задержусь, чтобы заложить взрывчатку и убедиться, что кораблям каюк. Маякни, когда закончишь. Заметано. Дани, я сейчас тебя подберу. Где ты, Клара? Слава Либертад, Дани. Ну и фейерверк. Вынужден признать, Клара, что у тебя получилось. Только не у меня, а у нас-то. Чем ты хочешь заняться в Америке? Мы с моим другом Олеха думали работать там, куда возьмут, пока не сможем открыть свой автосервис. За время блокады мы научились чинить что угодно при помощи говна и палок. И все? Что ж, Янки разрешат тебе парковать машины и собирать фрукты, но одним из них тебе не стать. Американская мечта для людей посветлее. Раз мы засираем чужие мечты... Что ты сделаешь, если победишь, президент Гарсия? Следующий президент протянет полгода, потом его убьют. В смысле? Это так. Разве свободные выборы не решат эту проблему? Как же твой список? Послушай, Дани, я не так наивна, как ты думаешь. Эта революция освободит Яру, но не исправит. Когда мы захватим столицу, Яра вспыхнет. Все возможно. Гражданская война, перевороты, военная хунта. Яранцы еще долго будут убивать друг друга. Ага. На мой век борьбы точно хватит. Мы ходим по кругу. Тирания, революция, опять тирания. Я хочу найти для нас выход. Значит, это не просто мечта. Это судьба. С чего ты так решил? Кто сам это выберет? Дани, каждый, кто идет за мной, кто вступает в Либертад, делает этот выбор сам. Но если честно, я прямо вижу, как ты раскладываешь товар по полкам в огромном супермаркете. Отвали. Нет-нет, там такая милая униформа, переднички, таблички с именами. Тебе бы пошло. Пожалуйста, фантазируй молча, Клара. Мои любимые повстанцы. Давно меня не было. Устроим праздник. Мне так жаль, Хефе. В чем дело? Хулио не явился. Либертад перебьют всех истинных иранцев. Трайдорос! Криминалис! Пута! Михо, порой отличить истинного иранца от лже-иранца может быть трудно. Но, возможно, истинный иранец знает, что выжить поможет лишь верность стране. Не честность, не любовь. Даже не семья, лишь верность идеалу, который выше его самого. Кома мерда.
Лжеиранцы изгои по натуре. Они эгоистичны, беспокойны, лживы, как дикие псы. Но их можно обучить, заставить послушать раю. А тех, кто упорно сопротивляется, как, например, Хулио, как Лара Гарсия, как Либертад, их нужно усыпить. Папа, я все понял. Ну, усыпи Хулио. На пути к краю много трудностей, Михо, я знаю. Ты доведешь наше дело до конца. И тогда все будет позади. Я иду, Лита. Ладно. Значит, смотри дальше. Мы нашли Хулио. Он мертв. Они слиты оба на том свете. Я держу слово, Дани. Нужна была лодка, вот она. Настоящий кусок дерьма. Но до пляжа Янки дотянет. Того, где голые толстушки. Так просто меня отпустите? Не верю. Ты давно мог всех нас сдать. И ты хороший боец. Я не могу обещать тебе победу и что ты выживешь. Но я скажу одно. Тебе везет. Часто срабатывает. Когда как. Не пинга. Да эта корыта потонет на полпути к Майами. Офигенный офис, Хуан. Дани, соскучился по хаосу? Хочешь, чтобы я сделал тебе лучшее супремое оружие? Тащи мне обедненный уран. К счастью для тебя, Кастильо заныкал свои запасы у самых больших пушек на острове, зениток. Когда раздобудешь драгоценный уран, приноси в мой офис или одному из моих помощников. Если захватишь базу FND, кто-нибудь из команды Хуана одарит тебя особым снаряжением. И не забудь,
выше ранг, больше привилегий. Когда Клара расщедрится и повысит тебя, мы тебя снабдим снаряжением получше. Готовь денежки. Даже во время революции у всего есть цена. И еще совет, как повстанец повстанцу. Начинай уже веселиться. Умри с улыбкой. Ты вернешься. Все возвращаются. Хуан, почему ты доверяешь мне свои творения? Ты едва меня знаешь, Асера. На инструменте, созданном мастером, должен играть виртуоз. Я видел, как ты играешь, Дани. Как Стравинский под Адеролом. У тебя есть дар. Грасиас. Но лучше бы дар помог мне свалить с этого острова. Дани, позабавься с верстаком. Обещаю, я никому не расскажу.
Вернешься на Сантуарио, поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян. Используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что, освободим Яру? Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем Эсперанцу, отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и баз ФНД. Но важнее всего окружить Эсперанцу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные. В Элесте не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Маккей Индастрис. Конвой с отравой Кастильо в этом регионе обороняет адмирал Бенитес. Но с помощью легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре. Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валья де Оро. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которой управляет министр культуры Мария Маркесса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду, Максима Сматансас. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертад. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Филипп Барсага. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертад против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам? Как? Просто. Помогай им. Всем, чем сможешь. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой канители. Либертад возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его крови и все такое. Да, не надо размяться. Слава Либертад, Хефа. Да, да. Сильнейший воин Клары, это ты. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуан. Клару выдает манера речи. Она ведь из богатой семьи. Семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну, а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ты напомнишь повстанцам, что нужно заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си. А ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Яру? Еще бы. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец. А для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущие ноздри.
Это... весело. Не бойся. Я никому не скажу.